Большие обменные гастроли добрались и до Чувашии. С 15 по 17 октября на сцене кукольного театра играют артисты из города Грозный. С собой они привезли 3 постановки. О том, как зрители приняли новые спектакли, узнаете в нашем сюжете. Дружба между чувашским и чеченским театрами зародилась в 80-х годах прошлого столетия. Именно тогда состоялись первые обменные гастроли. С тех пор изменилось многое – декорации, постановки, сами актеры. Лишь одно осталось неизменным – язык кукол, который понятен каждому. «Солдаты-ведьмы», как и все сказки Андерсена, неоднозначно и заставляют задуматься о том, что действительно ценно в этом мире. Хотя постановка интересна всем зрителям, предназначена она в первую очередь малышам и вызывает у них целую гамму чувств – от радости до сострадания. «Дети везде одинаковые. Дети настолько чистые внутри и в голове, как говорится. Мы, конечно, тоже с опаской, как интересно, воспримут они нас. У себя-то мы знаем, зрителя. Ну, одно и то же. Я не скажу, что есть разница, но это дети». Чувашский театр кукол, в свою очередь, оставил о себе приятные впечатления у зрителей Грозного, побывав там с гастролями в сентябре. «Чувашский театр привозил там тоже спектакли. Вот нам очень, мне очень понравились их спектакли. Понравилась режиссерская работа, художественная постановка». Творческое взаимодействие, теплые дружеские отношения между театрами сохраняются и в современном творчестве национальных коллективов. В 2009 году чеченский ТЮЗ приезжал в Чувашию на фестиваль театров кукол «Карусель сказок», а в 2016-м участвовал в форуме для особенных зрителей «Одинаковыми быть не обязательно». В этом году гостей из Грозного встретили также радушно. Проект «Большие гастроли» реализуется при поддержке Министерства культуры России. «Обмениваясь национальными коллективами, познавая культуру друг друга, мы еще дружим с людьми разного вероисповедания. Мы теперь знаем точно, что так тесно соприкасаясь друг с другом, мы не только обмениваемся творчески, то есть мы друг другу показываем спектакли нашим юным зрителям, но в настоящий момент мы еще уже договорились обменяться режиссерами-постановщиками». Очередной приезд гостей из Грозного запланирован в августе следующего года и приурочен к 550-летию города Чебоксары. Татьяна Филатова, Валерий Рюзюков, «Республика».